друзья, всем привет. Сразу хочу высказать свое мнение по поводу ваших нападков, по поводу эфира на «России-1», где мы с Гозиас обсуждали тему Бузовой. А что это с вами произошло? То есть вы, значит, имеете право высказывать по поводу нас мнение, оскорблять нас в своих группах. Бузова имеет право высказывать свое мнение по поводу наших ситуаций. И даже меня, не находясь, что я не нахожусь на доме, меня обсуждают и оскорбляют разными словами. А мы, видите ли, тут высказали свое мнение и сразу стали неугодными. Интересная ситуация происходит. Если кому-то что-то не нравится, ребят, вы сидите там на своих страницах, в своих группах петушиных, и там трите говно свое, не заходите ко мне или к нам. Я высказывал, высказываю и буду высказывать свое мнение по всем ситуациям. Поэтому, если что-то не нравится, на связи. А вы повнимательны, а то я смотрю, вы сами в собственном говне тонете, а мне предъявляете. Удачи вам, всего хорошего, повнимательнее.